В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Ну и вот у нас вот тут вот есть линия 10 миллиметров. Мы ее сейчас... Ну, сейчас по этой линии мы отрежем. Вот у нас 10 миллиметров. Должна же совпасть линия, правильно? Ну, для контроля. Надо, конечно, очертить уже все линии. Еще вот эти все линии, тут уже столько линий. Вам надо вот эту линию совместить. То есть, вот к этой линии нам надо. Вот она. Подбавить 10 миллиметров, продолжить просто. Вот так вот ее установить. Чтобы у нас такой рез был. Аккуратный, красивый рез. Вот красивая линия у нас получилась. Вот по ней мы прям и отрежем. По ней мы прямо отрежем. Ну, здесь, конечно, будет в реальности эта длинная картина. Стандарт 550. А здесь у нас для учебных целей. О! Великолепно. Все как по учебнику. Все отлично. Так, дальше. Дальше. Вот нам дальше надо еще вот здесь вот все поднимать. Вот, поднимать. Так, вот здесь вот у нас еще надо обратить внимание. Тут момент такой важный. Его тоже не акцентируют нигде, но это очень важно. Вот эта линия, вот здесь, линия гиба пойдет. Вот отсюда она начинается, первая точка, вторая. Сейчас мы, если соединим воображаемую линию, она у нас уже будет реальная, а не воображаемая. Что мы видим? Вот это вот линия, вот здесь, вот это вот место, это самое тонкое место здесь, которое может порваться. Поэтому мы должны сделать, ну вот если так посмотреть, мы должны вот так небольшую такую сделать, как бы ямку в этом месте. То есть в этом месте мы должны хорошо проработать, растянуть железо. Растянуть железо. Вот что мы должны сделать. Ну, это делает кровельщик быстро, поэтому непонятно, что он делает, как он делает. А теперь вам-то понятно? Понятно же вам теперь, в чем проблема. Вот, и поэтому это место мы сейчас будем подрабатывать. И я осаживаю вот так вот. Видите, потихонечку. Причем я делаю, видите как, не отсюда, а через то, через металл. Вот. Саживаем, вот так вот мы это место мы обрабатываем.
Вот. Ну, чтобы было совсем 100%, мы берем вот такую вот. Еще хитрость есть. Когда мы поднимаем, вот отсюда будем поднимать. Вот так вот. Видите? Если мы будем напрямую вот так сразу поднимать, мы можем здесь порвать. Поэтому мы что делаем? Мы берем. Ну, есть специальные такие клещи. Наваривают вот здесь в конце такие бугорки 5 миллиметров. Но у нас таких нет специальных клещей, поэтому мы вот эти вставляем. Так, надо поднять. И вот такая хитрость. Вот мы вставляем для более плавного подъема. Здесь вот. Так вот, раз, не сразу. Так вот, начинаем отсюда, оттуда. Вот. И видите, что получается? Это железо очень мягко начинает вот здесь вот у нас изгибаться. Видно же? Видно. Вот такой простой делаем несколько просто толщин. Все. Ну а здесь уже мы можем дымать прямо по кромке. Ну, теперь можем дымать. Можем. Вот у нас теперь здесь получилось вот две толщины, четко две толщины. Вот, поднимаем теперь эту кромку. 35 она у нас нижняя. 35. Такой вот тоже хороший очень. Такая вот. Видно, что тут ничего у нас не сломалось, не разошлось. Можем такими. Ой. Много всяких элементов. Теперь что-то поднимает или поднимает еще. Поднимай, поднимай. Вот тут расстояние рекомендуют между картинами 2-3 миллиметра. 2-3 миллиметра. Так. Ну вот. Так. Ну вот. Наровняли. Этот. Опс. Ну вот у нас теперь много всяких оправок. Оправки. Вот 35 миллиметров оправка. Можем прям по ней. Можем вот штубаевскую. Здесь рускиновская. Вот она оправка. Высота 35. Вот. Можем попробовать. Начать.
она немножечко имеет такой вот, такой небольшую, такой наклончик такой. Удобно было это все отгибать. Вот такая вот, это, смотри, песок там. Для самых любопытных фанатов фальцевой кровли, а я знаю, таких немало, есть бодрящая новость. В рамках международного проекта «Фальц. Онлайн. Обучение кровельщиков по металлу» будет проводиться смешанно, то есть в начале установочные занятия 15 дней в оборудованной кровельной мастерской, а затем, для закрепления полученных знаний, обучение 2 месяца, но уже онлайн, по тарифу оптимальные 40 тысяч рублей. Сочетание онлайн и офлайн обучения кровельщиков на начальном этапе – это революционный прорыв. Это полноценное, систематическое, полное, завершенное качественное обучение, совмещающее самые лучшие стороны, как онлайн, так и офлайн обучения. Санкт-Петербург ему выдает премию в сумме 200 тысяч рублей. Второе место, отмечать колледж, можно заработать деньги при желании. Так, да, ну что, вам отвечали, вроде неплохо. Давайте нам представим 5 баллов. Теперь пройдемте. Есть вопросы? А что, вам не поставил оценку, да? Всем здравствуйте. Здравствуйте. Я Владимир Радович, я вас приведу в помещение по кровельным работам.